Мужчина чудом выжил в пожаре, случайное возгорание или намеренный поджог? Пока очевидцы выкладывают в соцсети видео строения, объятого пламенем, на место прибывают спецслужбы. Пожарные 1-й и 9-й части разворачивают рукава. Сотрудники МЧС проверяют, остался ли кто-нибудь в помещении. Выясняется, что хозяин дома чудом остался жив. Когда вспыхнул огонь, его разбудил сосед и вывел на улицу. Я спал. Пошел спать. Спал. Дом сверху, крыша загорел. Не снутри. Это я спал. У меня сосед пробегает. И сам просыпайся, этим все. Сейчас. Говорит, что? Дом горит. Выскакивай из дома, крыша горит. Вот и все. Мужчина утверждает, что некие москвичи, чья стоянка вплотную прилегает к участку, недавно приходили и просили продать землю вместе с домом. Владелец отказался, и вот последствия. Собираюсь участок покупать, потому что автостоянка вот эту купили москвичей. Угу. Вот, который стоит наверху. Ага. Дом-то не хотели, участок хотели, потому что здесь 15 сотков земли. Угу. Не буду объяснять, насколько... Деньги-то предлагает. Я это не хотел. И не хотел ничего. Сотрудники МЧС разобрали крышу и частично обшивку дома. Битум пролили пеной. Причину пожара установят прибывшие на место следователи. Строение обесточено, жить в нем без ремонта не получится. Пострадавший планирует на некоторое время перебраться к родственникам в городскую квартиру.